Уникальность работы гинекологического отделения униклиники КФУ заключается в первую очередь в том, что специалисты стараются сохранить репродуктивное здоровье женщины и детородные органы. К сожалению, на сегодняшний день женщины абсолютно разных возрастов все чаще страдают миомой матки. По словам акушера-гинеколога медико-санитарной части КФУ Елены Куртасановой, миома молодеет с каждым годом. Это связано со многими проблемами, со многими нашими сегодняшними реалиями жизни. И оттягивание репродуктивного возраста, и отсутствие достойной контрацепции. Соответственно, пациентки, имея уже достаточно молодой возраст, имеют достаточно большие миомы. И наша основная задача – помочь им избежать каких-то тяжелых последствий, которые впоследствии могут привести их к бесплодию. В отделении проводятся все виды оперативных вмешательств – лапаротомия, лапароскопия, диагностические гистероскопии, гистрорезекция, влагалищные операции и операции при патологии шейки матки. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по поводу миомы матки, эмболизация маточных артерий на сегодняшний день является одной из передовых методик, позволяющих сохранить матку даже при больших миомотозных узлах. Мы имеем достаточно большой накопленный опыт эмболизации маточных артерий как органосохраняющей методики, которая очень хорошо себя зарекомендовала и имеет очень большой процент эффективности. Совместно с отделением РХМДЛ мы проводим лечение миомы тела матки путем проведения эмболизации маточных артерий и последующей курации таких пациенток. Отметим, что отделение укомплектовано квалифицированным штатом. Оно находится в составе многопрофильной больницы. Имеется тесная связь с хирургическим отделением и опыт совместного проведения с хирургами симультантных операций. Для консультации и определения необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.